Как понять, куда тебе двигаться, когда у тебя столько много всяких желаний, и ты не знаешь, какие правильные, какие неправильные. Можно двигаться тысячу путей. И как понять, какой путь для тебя правильный, и вообще, куда двигаться, в принципе? Пауза для перевозчика. Кусочками. Все, я поняла. How understand which way to move? Because I have so many desires, and I never know which desires are right and which desires are not wrong, and which way to go. And so, how to choose your path? Just go with desires. Finish them. Просто следуй за желаниями, покончи с ними. Don't choose desires. Не выбирай желания. Whatsoever desire there is, какое бы желание ни возникало, just do it, finish it, do it, finish it, do it, finish it, do it. Просто сделай, исполни его, покончи с ним. First, get tired. Покончи. All desires. Все желания. Fulfill. Наступит момент, все желания удовлетворены. Занавес. Which is a wrong desire? А какое желание which is правильное? Right desire? Какое желание правильное? Desire is simply desire. Желание – это просто желание. Just fulfill. Просто удовлетворяй их. All desires все желания lead you outside. Ведут вас вовне. There is only one thirst есть только одна жажда, that leads you in. Которая ведет вас внутрь. Keep running out as much as you want. И продолжайте бегать вовне столько, сколько вам хочется. But the answer is to move inward. Но ответ в том, чтобы двигаться внутрь. If you cannot understand that, если ты не сможешь понять этого, then first finish the outer world. Тогда поначалу покончи со внешним миром. Hmm? Don't choose. Не выбирай. Just finish desire after desire. Просто покончи желание за желанием. Okay. Хорошо. Really speaking, по правде говоря, all questions have the answers within them. Во всех вопросах уже внутри таится ответ на них. What is your desire? So many desires. Каково твое желание? Так много желаний. Tell me, these are my desires. Вот скажи мне, вот это мои желания. Карьера, личные отношения. I don't know, career, personal relationship, enjoy. Something else. Enjoy as much you want. Наслаждайся этим настолько, keep насколько enjoying. Можешь. Продолжай наслаждаться. I don't have answers to careers. All those who meet me, все, кто встречает меня, they lose their careers. Они теряют свою карьеру. If you want to become jobless, если ты хочешь стать безработным, then I can show you the way. Тогда я могу показать тебе путь. I only show you how to lose your job. Я только могу показать, как потерять работу. I show you how to lose your job. Я показываю тебе, как потерять работу. How to lose your relationship. Как потерять свои отношения. How to lose your desires. Как потерять свои желания. You are a loser with me. Ты полный лузер со мной. I am a loser myself. Да я сам лузер полный. I only respect losers. Я уважаю только лузеров. Those who can gamble. Те, кто преуспевают. Go gamble. А те, кто играют, идут играть. And be a loser. И будь проигравшим. Keep losing. Постоянно проигрывай. Keep losing. Постоянно теряй. Keep losing. Постоянно проигрывай. Keep losing. И еще раз постоянно. Soon there'll be nobody left. И тогда вообще никого и ничего не останется. At the end. В конце концов. You have to lose even your mind. Тебе нужно будет потерять даже свой ум. Your emotions. Ваши свои эмоции. One day your body you'll have to lose it. А однажды свое тело, тебе все равно его придется. You have no choice. Выбора нет. They're going to take you in the coffin, no matter what you are. Тебя все равно заберут и закопают в землю. The career will go in the coffin. Вся карьера за тобой поет в гроб. With a nice suit and a tie. С галстуком и в красивом вечернем костюме. Big boss of the company. Большой босс компании.
Have you seen the coffins? А вы гробы вообще видели? Big boss, big coffin. Большой босс, большой гроб. Big tiger. Большой галстук. Paint his face red. А у него еще лицо так краской подвесил. They make him smile even more. И еще улыбку делают, чтобы еще больше было. They take something and stuff in his mouth. Они что-то берут и вставляют так вот в рот. So he dies smiling. И что, даже когда с улыбкой на лице. When you look at the coffin. Если вы заглянете в гроб. Who's this man? Кто это вообще? Head of Microsoft. Это глава компании Microsoft. Big smile. Большая улыбка. You're asking the wrong question to me. Ты меня спрашиваешь неправильно, задаешь. I think you've not read my book. Я думаю, ты не читал мою книгу. Have you read my book? Ты читал мою книгу? Наполовину. Half. You read the whole book. Прочитай всю книгу. You can read. Ты можешь читать? How I always lost my job or I left my job. А ты можешь почитать о том, как я всегда либо терял, либо уходил со своей работы. I hate career people. Я вообще карьеристов ненавижу. Make me a human being. Делать человеческое существо. Reducing a human being to a robot. Это все равно, что не сводить человеческое существо к существованию робота. Making a machine. Делать машину. Out of life. Из жизни. Find the way in. Найди путь внутрь. Don't waste your life. Не теряй свою жизнь. All careers are meaningless. Все карьеры бессмысленны. The amount of effort you're making outwardly. А количество усилий, которые ты прикладываешь во внешний мир. Just a little effort within. И просто маленькое усилие внутрь. And no real effort within. Да даже тут на самом деле это не собственно не усилие, чтобы идти внутрь. Just a deep let go. Просто очень глубокое отпускание. Without effort. Без усилия. And you can have maybe new career. И может у тебя новая карьера появится. As a guru. Guru. Look at me. Посмотри на меня. Useless person. Бессмысленный, бесполезный человек. Totally lazy. Абсолютно ленивый. Good for nothing. Ничего, ни на что не годный. I cannot even make it to the camp till 4 o'clock. Я даже на кемпе не могу до 4 часов выйти. People wonder what's going on here. Можно даже задаться вопросом, а что собственно происходит? Still sleeping. Он еще спит. What a career. Что за карьера такая? Pure laziness. Чистая лень. And so easy. И так все легко. One qualification. Одна квалификация. Utter laziness. Полная ленность. Deep sleep. Глубокий сон. Total let go. Полное отпускание. Oh. Why work unnecessary? А зачем без надобности работать? Listen to your boss. Слушать начальника. Listen to your colleagues. Слушать коллег. All telling you you're good for nothing. Все говорят, все равно все говорят, что ты ничего не будешь. I don't go any job. I know I'm good for nothing. I go to sleep. Зачем мне нужна работа, чтобы мне сказали, что я ничего не годен? Лучше посплю, скажу. Find a new career. Найдите себе новую карьеру. How to move inward. Как идти вглубь, внутрь. How to dance and celebrate. Как танцевать и праздновать. Nowadays very few people like that. На настоящее время очень мало таких. I have a dancing career. У меня вот карьера танцора. Just dance. Просто танцуй. Osho had a dream. Osho была мечта. That at least 1,000 Buddhas. Так что по крайней мере 1,000 Будд. What is the qualification of a Buddha? Какая квалификация Будды? Useless, lazy, good for nothing. Бесполезный, ленивый, ни на что не годный. Can you qualify? Можете так его квалифицировать? No education. Никакого образования. Half the Buddhas had no education. Половина Будд не имели никакого образования. You don't even need a language. Им даже язык-то не нужен. Just nothing. Вообще ничего. They say, write your name, I don't know how, put your fingerprint. А, им говорят, напиши свое имя. Они говорят, я не знаю как. Ну тогда отпечаток какой-нибудь. You're asking the wrong person. Вы спрашиваете, вы задаете этот вопрос не тому человеку. He's thinking, what did I ask? А он уже, наверное, думает, о чем я, собственно, спросил. He gave me a new path. Он дал мне новый путь.